подборки определенных статей, на основании которых можно изучить литературу, да, профессиональную. Так. Это по сценарию получается. Вечерний Петербург присоединяется. Пошла страна работать. Сегодня я в окружении своих самых преданных и близких друзей. Это та моя группа, которая бескорыстно помогает мне вести все. YouTube, Twitter, Перископ, Instagram, Контакт, практически все. Еще двое наших друзей находятся в городе Москва, они к нам попозже присоединятся в Скайпе. Что у нас сегодня хорошего? Сегодня обсуждаем план-стратегию развития на следующую неделю. Сейчас. Привет. Пришли мои друзья. Здесь практически все, начиная от юристов, заканчивая бухгалтерами, бизнесменами. Привет. И, соответственно, сейчас мы будем с ними обсуждать все. От сайта, одежды, как она у нас будет развиваться, встречами, в общем, практически всем. Когда приеду в Челябинск? Сегодня супруга купила билеты на 23-24 декабря, и, соответственно, мы будем там. В Питере тренирую. Добавить фото на АВУ. Сделаем. Попрошу своих. Моя рабочая группа. Что у нас здесь? Пиво. Вкусное пиво. Вкусные бельгийские вафли, паштет и прочее. Реминги, привет. Сочи. Рассказать на Ютубе про одежду, которую планирую выпускать. Расскажу обязательно, просто еще не вся моя рабочая группа собралась. 15 числа приезжает мой основной дизайнер сайта, мы будем обсуждать все это. Дизайн проекта у нас любимый есть. Зачем банить дураков? Рано или поздно им должно начать уставать писать разные гадости. Когда слушай, ребят, реально не знаю. Прибыли, очень надеемся, что будут, потому что пока одни расходы. Но мы несем вечное, доброе и красивое. То же самое Дима Кулаков, на самом деле, практически все свои доходы пускает на то, чтобы развить тяжелую атлетику и сделать ее такой же популярной, как кроссфит. Поэтому низкий поклон и уважение его делу, и будем всеми своими силами тоже помогать ему. Где мы? Это манекен ПИС на Петроградке, на Каменноостровском. Такой красивый ресторанчик. И здесь очень все вкусно и приятно. Скучаю по Таиланду, больше скучаю по типу, нежели чем по Таиланду. Гусев интересный, нормальный парень. С ним очень интересно общаться. Так что вот так вот. Что у нас еще есть хорошего? Здесь Георгий. Тоже он администрируется, помогает. Очень сильный армрестлер. Мы с ним постоянно зарубаемся, он стимулирует. И один из тех, кто привил ко мне любовь к армрестлингу. Вот, привет, Тюмени. О, теплый юг, вам везет. Сколько дней янтарной кислоты для поднятия иммунки? Да, можно до месяца спокойно ее есть, особенно когда слякоть. Сейчас холодно, когда начнется потом в будущем слякоть. Собираюсь ли в Выборг? Не знаю. Я прожил рядом с Выборгом почти 8 лет. В Выборгском районе СПБ. Тоже привет. Где буду тренироваться после переезда? Здесь же. Здесь моя работа, здесь мои клиенты. Краснодару привет. Что у нас за мероприятие здесь? Здесь такой дружеский корпоратив моих друзей для обсуждения плана стратегии, потому что без них все бы это было практически нереально. Екатеринбургу привет. Серега реально замутил с Настей? Я, честно говоря, не знаю, не следил за этим, но я не знаю, что сказать. Бухаем? Нет. Пиво – это как напиток для того, чтобы заедать мясо. Дневная дозировка, но если вы покупаете стандартную такую бумажную упаковку янтарную кислоту, то 4-5-6 таблеток в день вполне адекватно. Алкоголь, да, сегодня планирую выпить литр пива. Так что вот. Как у меня дела? Шикарно, спинка потихоньку залечивается, я ее тренирую. После тренировки угли все-таки нужно даже в небольшом количестве есть, даже если вы на сушке. Но реально, пускай это будут длинные углеводы, хоть 25-30 грамм, но это все-таки нужно делать. Как часто употребляю, не знаю, раз в месяц, наверное, пьем пиво.
Витамин Е нужен на покаты? Да, нужен обязательно, как и рыбий жир, причем в достаточно высоких дозировках. Без жены? Почему нет? Супруга сидит. Где у меня супруга? Вот супруга. Мася, передай привет. Сколько литров в месяц? Литр-полтора, наверное, не больше. Почему так красишься ярко, ребята? Это не краска, это татуировка, я уже говорил. Прага, привет! Что-то у Басаева прямо словарный запас не истончается. Давайте посмотрим, что же он еще нам напишет прикольно. Не сгорел-то? Нет, ребят, я же был в одежде, либо с татуировкой. Ой, с татуировкой, с одеждой. На глазах тату. Не-не-не, все нормально, Леша, все хорошо. Минеральным водам привет. Казать кафе, ребят, ну, как бы, что кафе? Кафе, как кафе. Просторное, интересное кафе. Здесь посетители, которые не очень были бы рады, что их показывали. А виски, водка, рома нет, мы не пьем. Алексея Шредера не знаю на Ютубе, потому что я Ютубу посвящаю только то время, которое требует ответов на вопросы для своих подписчиков. Киеву привет. Сергей Николаевич вел себя так, хотел себя вести, не нам давать оценку. Он имел, наверное, планы на то, чтобы общаться, либо не общаться. Он предпочел не общаться, значит, таков его выбор. Тайские каникулы, мне шикарно, ребят. Там было много людей, друзей. Все было очень круто. Как люди в кафе отреагировали, я не знаю, я не обращаю внимания на людей, честно говоря. Так, что тут еще? Малайзия, вау, Малайзия. Малайзия, всем привет. Каникулы просто супер. Да, мы 7-ю серию сегодня тоже посмотрели, было прикольно. Да, ребят, спасибо. Будем общаться с друзьями, они ждали меня. Стая, мы переписывались. Буду ли в следующих каникулах? Обязательно. Всем спасибо. Всем до свидания. Уже очень хочется кушать. Все, Швейцария, привет. Спасибо огромное. Швейцария, почему-то у меня перескок не останавливается. Видишь так? Реально останавливается только вот так.